Гиля, сейчас ты услышишь факты о своих партнерах по команде. Нам важно знать твое мнение, правда это или нет. Готов? Да. Поехали. Ведрана Чорлку в детстве оштрафовали на 200 евро за то, что он выбежал на поле после матча, будучи болельщиком. Правда. Виталий Денисов начинал свой путь в футболе на позиции вратаря. Неправда. Саба Кверквелия закончил с отличием курса сомелье. Неправда. Ману Фернандеш является самым молодым футболистом в истории Бенфики, забившим гол. Правда. Влад Игнатьев был чемпионом Татарстана по мини-футболу. Неправда. Юрий Семин работал тренером в Новой Зеландии. Неправда. Дмитрий Баринов – внук известного актера Валерия Баринова, болеющего за Лока. Правда. Александр Коломейцев после переезда в Москву в детстве первое время жил в автобусном парке. Неправда. Джефферсон Фарфан однажды был оштрафован тренером на 120 тысяч евро. Правда. Миша Лысов 2 года назад сдал тесты для участия в космической программе. Неправда. Ари, играя в Швеции, добирался на тренировку на велосипеде при температуре минус 18 градусов. Неправда.